К другим новостям. В столице полным ходом идет подготовка к военному параду. В этом году шествие на 7 мая будет посвящено 25-летию вооруженных сил и Дню Победы. Вот уже на протяжении нескольких дней перекрыта одна из главных улиц Астаны, которая соединяет левый и правый берег. Это привело к заторам на дорогах. Было вчера, по 2 часа стояли на пробке. Здесь работаю, а живу на правом берегу. И добираться сюда утром, в обед или вечер вообще трудновато. Все забито. Что не нравится, так как мы студенты, автобусы не доезжают до нашего университета, и нам приходится вот большое расстояние проходить до университета. Парад начнется 7 мая в 11 часов на площади Независимости. Он станет самым массовым в истории Казахстана. На демонстрации будет представлено почти все вооружение. По площади пройдут офицеры, солдаты-срочники, женщины-военнослужащие и впервые за много лет воспитанники военных школ Жасулан. Мощь и боеготовность казахстанской авиации в небе продемонстрируют порядка 80 единиц авиационной техники. У нас ежегодно идет нарастание военной техники. Вот у нас увеличилось количество военной техники нашего производства, вот, летной техники и коробка пеших до 5000.